Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать прически с использованием резиночек. И больше ничего. Ни железных горячих инструментов, ни лаков, только резиночки. И вы, пожалуйста, пишите комментарии, пишите, что вы хотите еще увидеть, и мы обязательно отреагируем. А сегодня давайте приступать. Делаем с вами хвостик. Пальчиками вот так расширяете вот здесь. То есть он не плотно у вас в голове. И проворачиваете его вокруг своей оси вот так вниз. Чуть-чуть вот так пальчиками потом, хопс, поджали, как бы растащили в сторонке. И смотрите, и чуть-чуть обратно вернулись и вытащили маленькую вот такую вот штучку, вот такую петельку. И растащили ее в сторону, вот так. Предыдущий вот этот хвост, который остался, вы его захватываете в следующий хвост. Снова делаете хвостик. Опять же, не туго, не возле корней прям. Опять растащили дырочку, развернули вокруг своей оси, наверх протащили и вернулись. Растянули. Очень прикольная такая корзиночка получается. Мы ее специально по диагонали, да, вот отсюда от нашей челочки повели сразу в бок. То есть, в принципе, вы можете делать это вот так, как ирокез, да. Мы решили просто вот сделать это сразу на бок сюда, как будто бы это косичка такая получается. Можно украсить. Смотрите, как хорошо. Челочка на бок, бантик сбоку. Можете посадить сюда заколочки, где резиночки у нас, тоже будет хорошо смотреться. Вот такая причесочка у нас получилась. Я ее решила украсить с помощью вот такого бантика белого, чтобы было нарядно и чтобы бантик был сбоку. А вы, пожалуйста, экспериментируйте, пробуйте, пишите нам, общайтесь с нами. И мы будем стараться выполнить все ваши желания. Пока!